Большая команда смены летнего лагеря труда и отдыха временно разделилась на две. Девчонки и мальчишки доказывали друг другу и аниматорам, кто круче. Степень крутизны измеряли знаниями правил дорожного движения и практикой вождения. В танцевальном конкурсе уверенно победили барышни. Девчонки у нас получше, даже учитывая взрослый состав, который не побоялся к нам выйти. Высокий класс подготовки в прохождении препятствий на скейтах показала команда мальчиков. И с шиномонтажом ребята справились быстрее и качественно лучше. Конечно, парни должны у нас колеса чинить, не девчонки же их должны таскать. Завершающий конкурс – командная эстафета, после которой ребят приветствовали организаторы праздника, основатели и представители байк-клуба Blacksmith MC Анапа. Немногословные, сильные, уверенные и внимательные водители на дорогах. Ребята, помните, два колеса – это не только бешеный драйв и скорость. Два колеса – это мотобратство, это уважение и, прежде всего, это техника безопасности. Никогда не пренебрегайте техникой безопасности езды. Всегда одевайте шлем, всегда будьте подготовлены, всегда соблюдайте скоростной режим. Помните, вы не только отвечаете за себя, есть же на мотоцикле, вы отвечаете за тех людей, которые вас окружают. Их безопасность тоже в том числе в ваших руках. Правила дорожного движения напомнила инспектор роты ДПС Марина Потемкина и под честное слово поверила, все учащиеся после такого занятия будут следовать каждому правилу дорожного движения. Чтобы вы увидели, как по-настоящему можно веселиться, увидели бы прекрасно организованную команду, чтобы вы могли учиться у взрослых, и правилам хорошего тона, и правилам дорожного движения, и просто творить добро. Это предпоследний день летней смены в школьном лагере труда и отдыха и эффективный метод обучения безопасности на дорогах.